Ну что, попробую заснять на видео, как этот кешью над работает. Я помыл, говорят, вот здесь какие-то масла, которые кожу могут как-то, ну хрен с ним, индусы руками ничего, так вот отворачивать его, сочится. Ой, вот так. А, да, чувствую, окей, для кожи это не очень хорошо, окей, так, вот орех, в общем, и он может сжечь, но он в скорлупе, окей, отложим его, но потом, а вот получается яблоко, вот оно сочилось, на запах сейчас вот этот вот сок идет, как Manzana de Agua. Мы кушали вот примерно вот так. Так, разрежу пополам, посмотрю, что внутри. Ага. Такая вот мякоть. Только снаружи чуть-чуть побитый, потому что они, говорят, деликатные. Ну-ка, на запах. Я думаю, этот перезрел. Отрежу маленький кусочек. Попробую вот это. Нет, не как Manzana de Agua. Чуть-чуть он не твердый, а чуть-чуть такой тянучий, вяжущий. Вяжет чуть-чуть. Я думаю, на сок, и он больше пойдет. Хотя, может, кожа вяжет. Угу. Кожа вяжет, я сейчас мякоть ем. Да, очень вяжет. Так, сейчас попробую мякоть только. Очень сочно. Не как яблоко. Мягкое внутри и такое тягучее. Чувы. Мягкая, но чувы. Во рту не распадается. Не твердая. На яблоко вообще не похоже, но очень сочная. И это не вяжет, но кожа вяжет. Ну-ка, сейчас еще раз вот это попробую. Я кожу оставляю. Сочно. Не сладко, не кисло. Чуть-чуть вяжет из-за кожи изначально, которая села. Такой легенький вкус у него. Я бы не каждый день не ел. Но вот это вот интересно. Хотя я посмотрел, что его опасно там жарить, потому что масла и так далее, ну, на открытом воздухе. Ну, вот так оставлю пока.